Так, девчули, привет, и мальчишки тоже. Смотрите, кому интересно, видео сегодня будет обо всем. Это будет видео-болталка и про уход, и про... У меня есть небольшие покупки, немного, но есть покупочки, покажу покупочки. Потом поговорим про духи, потому что прямо в данный момент я сижу и расслушиваю кое-какие духи. На одной руке у меня, это Эйзенберг, будет у нас бренд, на одной руке у меня один аромат, на другой другой. В общем, короче говоря, обо всем понемножку, про духи, про уход, как мои дела, про покупочки и про всякое. Короче, ой, это я уже сняла все. Знаете, какая масочка у меня? Купила, сейчас новинка получилась у нас, появилась у нас в Ревгош, я зашла, и вот этого бренда раньше не было. Я так понимаю, это какие-то корейцы, но как это правильно читать, вот, судя по всему, вот здесь, то ли Тензеро, не знаю, как называется правильно бренд, но я вам показываю упаковочку. Вот такую маску я сейчас себе сделала. Вы знаете, что хочу сказать? Вроде бы она увлажняющая. Так, обеспечивает интенсивное увлажнение, да, удерживает влагу, ну, в общем, увлажняющая. Вот очень много сыворотки из плюсов, вот мы видим, с вами, да, то есть прям вот много-много, это хорошо, но вот само лекало, девчонки, оно прям огроменское, то есть я его, ну, чуть ли не в два раза заворачивала, и, а носик при этом коротковат, ну, вот если вы на начало перемотаете, посмотрите, в общем, в целом, конечно, я на свое лицо ее нормально уместила, но просто вот тут у вас будут такие уши торчать. Вот, ну, так масочка, как масочка. Она, кстати говоря, даже какую-то небольшую одушечку имеет, ну, прям небольшую-небольшую, поэтому смотрите, ну, такая приятненькая. Вроде бы личико нормальное. Мы сейчас, знаете, что еще с вами сделаем, прям по обычаю. Вот маску я сделала, дождалась вас, пока готовилась, пока вот доставала из закромов, что хочу показать, сделала маску, и мы сейчас с вами еще сделаем патчи. Покажу уход, и потом к покупкам сразу приступим. Вот такой будет у нас с вами анонс. Эти патчи корейские я вам уже показывала, ну, кто смотрит, да, видео, эти патчи я показывала вот не так давно вам. Слушайте, девчонки, а вы как патчи ставите? Их же можно... Как угодно вам, да, и так, и той стороной, и этой стороной. Дайте-ка я вот этой стороной поставлю. Да? Мы с вами сделаем. В прошлый раз мы делали вот этой стороной к носику, а сейчас я сделаю наоборот. Потому что здесь гусиные лапки, пусть они тоже у нас увлажнятся, подпитаются. Ну, будем себя тешить надеждой, они, конечно, не пройдут, но как бы пусть... повоздействует на них этот патчик. Вот. Так, все, мы с вами самое главное сделали. Для тех, кто не видел то видео, где я показывала покупку этих патчей, это Prove Me, увлажняющий с лифтинг-эффектом, с пантенолом, с алантаином, с ниацинамидом и с азиатской центеллой и с чем-то, с аденозином, кажется, аденозин забыла, вот такие вот патчики. Все, корейский Prove Me я покупаю в Ревгош. Всегда это вот наш бренд Prove Me, поэтому я как брала у них что-то, так вот и продолжаю брать. Теперь смотрите, тоник экономлю. Вы видите, я как давно, когда купила, я показывала вам. И честно, он дорогой от Байтери, но мне он очень нравится. Поэтому я его экономлю за всех сил. У меня вместе с этим еще два, кажется, тоников. Да, я еще пользуюсь вот этим Лореаль. Я вам его тоже показывала, поэтому, видите, я так все мешаю. Лореаль нравится, кстати говоря, но у него есть недостаток в пустых банках, расскажу какой. И еще там у меня в шкафу от Евы тоник, вот тоже вот так вот там осталось, наверное, поэтому у меня вот все три тоника в пользовании. Тут же лепестки, поэтому я все это так замешиваю, чтобы все перемешалось, переболталось у меня. Ну и вот сейчас мне хочется на ватный диск это нанести. Здесь, когда наносишь, даже кусочки розы. Здорово, правда? Вот. Девчонки, сейчас мы с вами вот это все сделаем. И к покупочкам перейдем. Пишите, что у вас новенького. Что-то знаете, что хочу сказать? Меня в этот раз покрасили. И вроде подстригла хорошо она меня, Надя. Меня девочка Надя зовут, которая меня стрижет и красит. Но, девчонки, она мне что-то как-то в этот раз то ли краски мало положила, то ли... Краска тоже какая-то, не знаю, как сказать, какая краска, но я очень быстро стала терять цвет.
очень быстро. Это кусочки розы были на мне сейчас. Вот они, кусочки розы. Поэтому я немножко расстроилась. Седина опять вылезла. И смывается цвет катастрофически. Уже голова такая, ну, не как обычно в это время, а какая-то уже бледная какая-то, вот такая, неяркая. Вот вылезла какая-то рыжина, что ли. Когда вот цвет сам сходит, и мне это не нравится. Я, конечно, в этот раз пойду. Я пойду, наверное, к Наде уже в конце июня, там в 20-х числах. Я к ней пойду краситься и подстригаться. И я ей скажу об этом, что что-то с краской не тае. Это вместо сыворотки я использую Гиалурон Эксперт гель-концентрат от L'Oréal. Я вам показывала тоже. Вот он, лифт. Еще у меня его довольно много. Брала и для себя, и для моделей. Моделям как раз вот я рассказывала, на Волге Фэшн я наносила этот гель. Они были довольны, девчонки. Обычно менее дорогие продукты для них готовят. Ну, я, в общем, приготовила как для себя. Как для себя. Поэтому мне нравится, обратите внимание, хорошо? Ну вот я смотрю, я вот сколько к нам захожу в Ревгош, почему-то в наш не завозят. Или завозят, но раскупают. Я хотела купить у нас, так у нас вот сколько раз я заходила, столько раз этого геля-концентрата и не видела. Ну, вообще, возможно, очень, что его раскупают просто. И я так неудачно попадаю в эти моменты. Ну, смотрите, у меня два варианта. Сыворотку нанесла, чем... Дальше закрыть сыворотку. У меня мой вариант любимый, я вам его 1200 раз показывала, который уже заканчивается. Это вот этот крем от Embryalis. Прям все-таки он чудесный. Вот он стоит на столе, девчонки. Имейте это в виду. Да, говорила, но всегда есть новички. Вот просто для новичков 500 мл в объеме. Классное средство. Стоит на столе. Хочешь, макияж снимай. Хочешь, дневной крем используй. Кто еще помоложе, он и как ночной пойдет. Хочешь, как базу под макияж. Короче, что хотите из этой серии. Можно после бритья, но это уже мужчинам, конечно. Мы с вами лицо не бреем, хотя у меня есть такая мысль. Я, кстати, сейчас с вами ею поделюсь. Поэтому у меня выбор. Или вот этот вот взять крем, или взять увлажняющий, помните, который мне подарили на Волге Фэшн. Увлажняющий крем, которым мы красили модели, но мы это не я. Другие девочки, я предпочитаю свои продукты, которые знаю, как работают, чтобы там тоналка не скаталась, чтобы у меня никаких инцидентов не было. Кстати, сыворотку я отдала маме, она увезла ее на дачу. Нам же подарили сыворотку и крем. Вот сыворотку она увезла на дачу, крем остался у меня увлажняющий. Я иногда им пользуюсь, но что-то сейчас все-таки я хочу, я предпочитаю все-таки свой Embryalis, вот правда. Предпочитаю, поэтому мы сейчас вот эти все места, избегая области глаз, которые пока под патчами, и я, конечно, вот этим кремом, вот Embryalis. И все-таки я умница, что я купила вот такие большие банки, всем по банке, и еще у меня запасная есть одна для меня. Но я, видите как, я же использую и для клиентов все то же самое, что и для себя. То есть... Я запросто эту банку могу приволочь. Я просто отжимаю вот в такие маленькие баночки. Сейчас я вам покажу. Ну, вы знаете все. В контейнеры. В данном случае у меня вот в этом контейнере тоналка отжата, чтобы много не носить. Вот так отжимаю ее сюда, отливаю. И также у меня тут где-то тоже баночки. Ой, сейчас. Вот такие разные баночки. Там тоже, смотрите, и здесь тоналка. Здесь у меня масочка. А, кстати, от охлаждающей маски от Clarins, вот. Тут в бассейн я хожу, у меня такая же баночка, я туда крем кладу. Так, все, мы с вами всю эту красоту навели мне. Сейчас про духи начнем говорить. Последний штрих Байтери на губы. Обожаю. Вот не зря, я тогда очень жалела, я купила перед самым уходом. 3000 он стоил, как сейчас помню. Мне так было жалко, но думаю, нет, надо себя любить, все дела американские. И я себе взяла. Думаю, что же я не заработала, что ли, на бальзам от Байтери? Конечно, заработала. Но я не жалею ни секунды. Очень мне нравится. Так же, как и вот тоник. Вообще, я еще что-нибудь хочу. Прям просто дороговастенько все. Дороговастенько. Так, к духам давайте. А то вы уже, наверное, там подуснули. Смотрите, что разглядываю. И расслушиваю. Заказала себе. У меня, кажется,
полноформатных от Эйзенберга у меня точно помню 2 по 30 миллилитров. Может, вам надо было показать сейчас, я думаю. Они у меня вот там стоят. А у меня... Господи, я даже название забыла, девчонки. Подождите, сейчас отключусь, принесу вам. Так, и мальчишки, конечно, а то мальчишки обижаются. Из таких больших версий полноформатных флаконов у меня Le Péché и у меня вот этот аромат Love Affair. Love Affair, да. И все у меня в концентрации Eau de Parfum. Да. Вот это у меня в коробке, а вот это у меня то ли на журнальном столике, то ли где-то вот там вот стоит, ближе к кровати. Но я, и кажется, это вот все в таких вот коробках. У меня есть еще какие-то, насколько я помню, от Levante, ну, такие сэмплики. Но в этот раз, сейчас не вспомню, где они, потому что я специально их не готовила. Я расслушиваю вот эти два. Это у меня Эйзенберг Жозе, известный Жозе, парфвода в 1,5 миллилитрах. А этот у меня... Я не знаю, может быть, вам известный, мне он не сильно был известен. Это я заказала Rituel d'Oriental Secret. Secret Cater 4, что ли, да, Parfum, парфюмированная водичка. Но я могу неправильно назвать, не суть. Если кому надо, я прям напишу доподлинно, как это звучит. Заказала эти на рандеву сэмплики, ну, вместе с большой покупкой, которую я делала вот последний раз. И заказала эти два, поэтому помните, 10 франц, если вдруг что-то захотите на рандеву взять, от 2500 можно будет еще мой промокодик использовать. Все, минутка рекламы прошла. Теперь что хочу сказать. На Жозе я смотрела очень долго. Я смотрю на него лет, наверное, не соврать вам, девочки, года с 2017 точно я смотрю на Жозе, но почему-то, не знаю почему, я много раз заходила в Летуаль, они же в Ревгош не продаются, в Летуаль, ну, может быть, в крупных, я не знаю, в нашем нет. И каждый раз почему-то проходила мимо, каждый раз. У него был какое-то время пик назад, пик популярности, но даже вот в пик я подходила и проходила, не покупая. Вот этот аромат, который у нас Rituel d'Oriental Secret, я, если честно, не слышала, не подходила к нему и не тестила его. Но когда перечень посмотрела, почему-то решила взять на пробу. По стойкости. Вот последний, этот Oriental Secret, он менее стойкий. Кажется, что он такой, знаете, легкий, как будто. Но в нем ут, и я это сразу почувствовала, даже в ноты не посмотрев, думаю, что-то здесь такое тяжелое. Он легкий, но одновременно тяжеленький. Странно звучит, сложно объяснить, как это работает. Например, я на ночь нанесла оба аромата, так Жозе, еще утром я встала, и остатки Жозе на мне были. Представляете себе, я не ожидала, если честно. А вот этого не было и в помине. Он, как мне кажется, слетает гораздо быстрее, то есть даже не то чтобы полдня, на мне пару часиков. Вот я его ощущаю с кожи пару часиков. Но при этом он более тяжелый. Вот это тут он прям свербит для меня. Хотя аромат неплохой. Если бы я выбирала между двумя, конечно, я бы выбрала Жозе. И теперь у меня вообще-то так в хотелках вот этот Жозе. Я хотя бы маленькую версию думаю, что я закажу себе. Мне очень понравился. Я, во-первых, здесь чувствую кофе. Очень какие-то сладкие нотки, но культурно сладкие, красиво вплетенные в общую композицию, которая не уходит в гурманику, в эту попослепательность какую-то, а очень красиво обрамляют другие ноты. Вот кофе, лаванда, хотя лаванда сложная, но тем не менее она здесь очень красиво как-то обыграна. И вот ваниль и бобы танка, которые здесь очень-очень красивые. И плюс сладкое дерево сандал. Оно может быть не сладкое, но в моей голове сандал всегда такой мягкий, сладковатый, как вот индусы, вот в индусской лавке, вот в индийской лавке индусы то ли что-то раскуривают, то ли воскуривают. Вот такие вкусные гурманские, восточные ароматы, но не как ут, не тяжелые, а такие загадочные. Мне вот здесь очень нравится все, и как будто даже немножко пачули. Кстати, здесь особо не чувствую, хотя они здесь есть. Мяты особо не чувствую, но чувствую лимон. Лимон.
В общем, мне очень... Вот я прям сижу и думаю, почему же я все-таки не купила его раньше? Все. Я думаю, как только у меня будет возможность, я себе закажу и покажу вам. Вообще, бренд очень интересный, Эйзенберг. Мне надо было бы сделать вам давно видео. Не знаю, почему я не собрала все свое от Эйзенберг. Пусть немного, но что-то же есть. И не рассказала вам об этом. Я не знаю. Не знаю. Но надо будет восполнить этот пробел. Так, патчи-то еще ничего. Еще ничего. Дальше. Еще смотрите, что хочу сказать. В чем хожу последнее время? Я не знаю, как так случилось, но последнее время я хожу в Yves Saint Laurent Сахарьене. И посмотрите, для моей коллекции, вы видите, я его здорово использовала. И при том я его берегу. Ну какой же он классный. Сейчас прям даже захотелось подушиться, но все-таки я в этих двух, в Эйзенбергах, может быть, не надо мешать. Хотя, чего и нет, правда? А чего и нет-то? Я вообще всегда все мешаю. Вообще делаю, что хочу, поэтому... Ой, класс. Просто класс. Настроение, настроение. Всевозможные цитрусы, какие можете себе представить. Лимон, и апельсин, и апельсиновый цвет, и мандарин. Вот все сюда, мне кажется, все сюда. И плюс остринка за счет розового перца и имбиря. Классика. Вот классный на лето, просто то, что доктор прописал. Ой, девчонки, если не знакомы, обязательно возьмите себе в Атлеванте. Вот попомните мои слова, вы не пожалеете. Никогда зря не говорю и ничего вам никогда не втюхиваю. Вот подписчикам никогда ничего не втюхиваю. Наоборот, всегда стараюсь предупредить. В этом считаю, ну, цель моего канала, что ли, поделиться с вами тем, что есть у меня в знаниях, есть у меня полезного, интересного. Ну, вот такая у меня, считаю, цель канала. Поэтому попробуйте, и классно. Мне кажется, он не может не понравиться, не может. Еще на этом фоне, сейчас мы про духи закончим и начнем про покупочки. Еще на этом фоне расскажу такую штуку. Какое-то время назад, это у меня от Маскина крем для тела, боди-лосьон, какое-то время назад еще работала в Ревгош, и не помню уже, какой был праздник, что там у нас было, 8 марта или что. В общем, мы с девчонками обменивались подарками, и мне подарили, я подарила, значит, подарочек девушке, не помню, честно говоря, какой, не помню сейчас, а помню, что вот она мне подарила, Настюха это была, Настюша мне подарила Moschino Toy 2, может, на день рождения на мой. Я не знаю, я не помню, не могу сейчас сказать, боюсь соврать. Неважно. Короче, может быть, даже на день рождения. Она мне подарила Moschino Toy 2, зная, что мне очень нравятся Moschino ароматы. И почему-то, по какой-то необъяснимой причине, у меня до сих пор нету Toy 2 в полноформатной версии. У меня есть две миниатюры, чему я рада безумно, но почему-то нету нормального хотя бы 30-миллилитрового флакона. Ну, 30, по-моему, там и нету, по-моему, там 50 и 100 у нас. Не знаю, почему я до сих пор, опять же, нет, 30 вроде было, 30, 50 и 100, наверное, все были форматы, да, как-то мне тоже надо восполнить этот пробел. Ну, какой же он классный, девчонки, ну, и мальчишки-то просто... Вот у меня не хватает даже эмоций выразить вам, как это здорово звучит. Я как бережливая белочка, я же всегда, мне как-то всегда, ну, во-первых, много, что-то не успеваешь, иногда мне очень жалко, вот этот у меня жалко, и я его по чуть-чуть использовала. Последнее время я взяла себя в руки, сказала: Оля, хватит быть бережливой белочкой, хватит, надо использовать все, что у тебя есть, потому что это просто будет портиться. И вот я начала пользоваться Moschino Toy 2. Ну, я начала и раньше, но прям по чуть-чуть, дозированно. А сейчас я хожу в бассейн, каждый день я хожу в спортклуб. В бассейн не каждый день, ну, стараюсь то туда. Ну, вы видели Латино, как я исполняла шоу... шоу танцовщиц Латины, и в том числе и я. И вот после Латины или там чередуя эту Латину с бассейном, после бассейна я вот пробую вот этот крем, какой же он классный, он прям правда поднимает настроение, и очень-очень, если тоже до сих пор еще не брали, не знаете, попробуйте вместе с Сахарьен вот это летние ароматы, которые, мне кажется, должен иметь каждый парфюманьяк так точно. И не знаю, кому бы это не понравилось, вот тоже лимонадное, яркое, солнечное, игристое,
цитрусовое, легкое. Ну, правда, легкое. Имейте в виду, это не будет на вас очень долго держаться. Это ароматы все-таки легкие, прям раз и... Ну, потом надо еще раз, раз, еще раз. Но меня это не смущает. Смотрите, если смущает вас, то подумайте. Может, есть смысл взять тогда, попробовать тоже в чем-нибудь. Так, патчи еще нормальные, я смотрю. Так, и что еще хотела сказать. То есть, последнее время все у меня вот эти два в пользовании. Но тут у меня был интересный момент. Тут ко мне приезжала Регина, подписчица моя из Уфы. И мы с ней делали макияж. Что я хочу сказать? Во-первых, хочу показать подарок от Регины. Региночка, тебе привет. И дочечке привет твоей. Тоже буду ее ждать. Вас обеих буду ждать. Смотрите, девчонки, мальчишки, Регинка мне привезла вот такой вот мед. Называется пасека Давлетшиных, Башкортостан. Вот такую баночку меда, зная, что мишки очень любят мед. Да, это я. Так что спасибо большое. И хочу что сказать. Я не знаю, почувствовала Регина или нет, когда мы с ней встретились, но в тот день, когда мы с ней делали макияж, когда она приехала к нам в Ревгош, на мне была, я утром открыла и думаю, чем бы надушиться. И представляете, взяла сама по себе Шанель Шанс Ю Тандер. Вот такой вот Шанель Шанс, у меня ее чуть-чуть, немножко. И рядом стояла Ю Вив, но я выбрала вот этот вот Ю Тандер и надушилась им. Вот так захотелось. Так захотелось, не знаю уже, чувствовала Регина или не чувствовала, пахла ли от меня Шанелька или нет. Когда заходишь в Ревгош, то, конечно, ты попадаешь в море, в эту ауру ароматов, и довольно сложно что-то распознать. Очень вполне вероятно, что, может быть, Регина и не почувствовала, но я-то знаю, что я ее красила в Шанель Шанс Ю Тандер. Напишите, сохранилась у вас Шанель, есть у вас еще или уже все запасы закончили, ладно? Интересно просто. Так. Покупки на 20-й минуте, да, покупочки скромные в этот раз, ну, там их больше, сейчас не хочу все показывать, потому что знала, что буду говорить много о духах, о том, о сём, и можем не успеть. Теперь смотрите, девчонки, мальчишки, что купила, помните, в прошлый раз показывала вам, ой, тут нет моего дезодоранта, который скоро будет в пустых банках, от Нивеа зелененький, он скоро будет в пустышках, и помните, до зелененького я брала вот эту нежную розу от Нивеи, и, ну, прикончила ее первой. Уже сняла видео, пустые банки выбросила. И тут в ленте купила снова. Очень она мне понравилась. Вот очень. Да, роза, да. Всем любителям розных ароматов. Если розу не любите, не покупайте. Но мне она запала в душу. Поэтому я прям вам с дорогой душой рекомендую. Смотрите, где вам выгодно. Потому что, может, и в улыбке радуги она есть. Не знаю, есть ли в подружке, в Ревгоше. Я не видела, у нас Нивеа представлена. Но почему-то эту я не видела. Не знаю, есть или нет. Но я покупаю в ленте. Она там по скидке опять была. Кажется, была по 134 или 154 рубля. Так, рекомендую. Вот, и просто показываю, что это новая версия. То есть, чтобы вы не думали, что я вам старую банку достала и показываю. Нет, это новая версия. И взяла на пробу вот такой аромат классный. Также от... в таком виде спрея вот такого. От Фа уже. Это была Нивеа, а это Фа. Я 100 лет не брала от Фа ничего. Раньше пользовалась часто дезодорантами от Фа, потом как-то перестала. А сейчас взяла. Мне очень понравился вот такой дизайн и арбузный аромат. Такая арбузная заманушка. Я подумала, что тут арбуз и иланг-иланг. Мне показалось, что это должно быть как-то интересно. И свежо, так сочно, и одновременно так сладковато. Иланг такой сладенький цветочек. Слушайте, мне очень понравилось, я вам больше скажу. Да, он действительно сладковатый за счет иланга, но впечатление, что вы надушились, этот, вот именно этот дезодорант держится какое-то время, и у меня вещи пахнут, слушайте, часа, часов 5, мне кажется, точно я слышу на себе этот аромат, имейте в виду, ну, от одежды, конечно, от тела вы слышите. Я такого просто не, ну, не встречала. Мне кажется, дезики, они же быстро очень раз, и все. Да, и вроде особо-то и ничего не пахнет. Ну, там концентрация-то мизерная, поэтому и не пахнет парфюмированных веществ. Но вот этот, именно вот этот, меня поразил своей
душистостью и своим долгим ароматом. Так что, если увидите, тоже присмотритесь. Ладно, вдруг еще по акции найдете. Прям я очень довольна. Также это было в ленте, но он стоил 200, по-моему, что ли, в районе 220, что-то такое, рублей подороже. Так, еще. Так, вот, кстати, патчи-то уже... Ну, ладно, хватит, наверное, для видео нам. Так, еще из новиночек у меня... Ну, это для меня уже не новиночки, просто я вам их не показывала, кажется. А так у меня, видите, вот, допустим, вот этот бальзамчик от Евы... Ой, от Евы, от Vivienne Sabo уже вот настолько закончился. А вот здесь больше. Вот здесь вот у меня, я вижу, пробелы, кажется... Где-то вот, вот в этой области, вот так вот, наверное, да. А вот на этом не сильно видно, ну, наверное, он примерно как и этот. Слушайте, это у меня 03 номер, вот который больше всего закончился, троечка от Vivienne Sabo. Это Le Grand Volume, такие бальзамчики Le Grand Volume серия. Этот у меня за номером 15, такой вот он, видите, холодноватый. Холодный розовый и 0,8. А 0,8 это, кажется, персиковый. Что хочу сказать. Я их брала, опять же, для моделей, для макияжей. И мне они очень нравятся. Я и сама ими пользуюсь, и крашу кого-то. Значит, сейчас расскажу, чтобы вы не волновались, как это происходит. Я беру... Вот, кстати говоря, вот на этом будет тоже отлично видно. Смотрите, вот этот, вы видите, что он использован у меня уже, да, вот. Вот это жидкое стекло. Ой, кажется, я его не показывала от Belor Design. Если показывала, то я сейчас скажу момент, который точно не рассказывала вам. От Belor Design заказала там где-то то ли Wildberries, то ли Озон. Если надо, скину ссылку. Теперь смотрите, и все бы ничего, но он мне очень нравится. Он красиво на губах именно придает такую глянцевость губам. Можно наносить, а просто на губы, можно на какую-то вашу помаду. Допустим, матовая помада у вас, например, стойкая на губах, а вы сверху нанесли вот это жидкое стекло, и такой красивый, сочный, глянцевый финиш у вас получился. Но смотрите, вы видите, куда бы я его ни наносила, у меня абсолютно кристально чистое содержимое и палочка, и внутри то, что. Почему, да, вы спросите, раз я его использую и себе, и другим? Потому что, значит, как мы это используем? Вот у меня палитра, ну, я ее часто показывала, такая металлическая палитра, ну, любая, может, у вас другая, их большое множество, этих палитр. Я просто беру на палитру вот то, что взяла вот сюда на кисть, на палитру наношу. И потом беру или шпателем, или, ну, я не шпателем беру, я беру кистью с палитры и наношу уже на губы, поняли, да? Поэтому вот такая вот прозрачная вещь у меня абсолютно чистая и прозрачная. Вот, я спокойно могу пользоваться как сама, так и вот всем, кого я крашу, кому использую, вот. Видите. Теперь что, какой момент, который хотела вам рассказать. Мне пришло вот это вот, вот в таком вот виде. Очень странно, но почему-то Belor Design как-то никак не запаковал абсолютно. Это было немножко странно. Они что, так все время? И вот с какой-то вот такой маркировочкой. Не знаю, что это такое. Ну, однако, пришло вот так. Товар пришел вот такой. Дальше. Что хочу сказать вот про эти бальзамчики от Vivienne Sabo. Девочки и мальчики, это классные бальзамы. Я не знаю, когда я работала в Ribosch, я на них особо внимания не обращала. Их всегда брали хорошо. Ну, мы это видели, но внимание мое не концентрировалось, особенно на этом, пока я не стала их использовать. Какие же они классные. Они вам вполне могут заменить, например, вот эти вот бальзамчики от Clarins. Некоторые из них даже сходны по цветам. Даже сходны по цветам вполне можно подобрать. Вот я точно знаю, что вот такой вот цвет, кажется, это семерка в Clarins, вот этого бальзама. Кажется, это семерка или какой-то другой. Но точно вы можете, вот он один в один соответствует кларансовским. Также можете найти и вот эти. На губах отличные. Они какой-то еще такой, как будто бы... Они не пощипывают, нет, но у них настолько приятный вот этот
финиш на губах, приятные ощущения, и питают губы, и увлажняют губы, и губы у вас прям бархатистые, сочные, и как будто бы даже еще и вот кому нужен это вот это увеличение в объеме, хотя у них этого эффекта нету. У них именно уходовый эффект, глянцевый финиш, уходовый эффект. Просто суперские бальзамы и по очень демократичной цене. Вот за это Vivienne Sabo вообще мои прям респекты многочисленные. Вполне-вполне супер замена. Попробуйте, потестируйте вот то, что вы любили у Clarins, например, или хотя бы попробуйте почередовать. Пойдите и посмотрите цвет, который вы любите в Clarins, и посмотрите, что можно найти у Vivienne Sabo. Вот, девчонки и мальчишки, кажется, подсохли мои пальчики уже. Кстати, очень все приятно, очень приятно. И что бы вы думали, я сейчас просто тоже... Тем же кремушком глаза и себе и помажу. И вот так вот. Ой, это моя косметика. Рука зацепилась за мою косметику. Поэтому такой звук. Все. Девчонки, мальчишки, на сегодня это все, что я вам хотела рассказать и показать. И мы с вами поболтали так себе здорово, по-моему, да? Я хотела, думала снять стрим, но думаю, в стриме все-таки будет, может быть, не так комфортно. Там иногда заедает связь. Что-то поскрипывает у меня, не знаю, что это. Когда я снимаю видео, микрофон идеально работает, ничего не скрипит. А вот почему-то, когда стрим, то микрофон скрипит. Я не могу это ничем объяснить, все-таки я не технарий, не разбираюсь в этом. Муж пробовал, но тоже не поймет. Видео записываем, все в порядке. Записываю стрим, какой-то треск идет. Как будто впечатление у меня, что включена какая-то техника, идут какие-то волны, и вот это вызывает помехи. Как будто бы так, но я, к сожалению, не сильна в этом. Что-то еще хотела сказать. Да, и бывает, что интернет зависает, хотя я выключаю Wi-Fi, и у меня остаются мобильные данные, но все равно я смотрю, что иногда прям подвисает интернет, и вот это в стримах жалко мне всегда, что так происходит. Это портит впечатление ваше и восприятие. Поэтому я подумала, буду много всего показывать, и лучше тогда сниму для вас видео. Хорошо? Сегодня, мне кажется, мы нормально поболтали с вами. По поводу Регины, мы с вами говорили о том, что да, я была чем надушена Шанелькой, про мед сказала. И фото Регины я вам покажу, поставлю уже Регине, сказала и получила ее добро, в Инстаграм поставлю и в Телеграм поставлю тоже. Девчонки, Телеграм поставлю, не падайте в обморок, у меня там один косячок, я вам признаюсь, лучше сразу, в Инстаграм, наверное, я не буду, не знаю, показывать свой косячок, а может и покажу, а может и нет, только фотку в Инстаграм планировала выставить, а без видео, потому что там как бы труднее объяснять народу, мне такое мнение у меня, а в Телеграме у нас все свои, и там мне попроще. Но я вас предупрежу о том, что когда вы увидите видео в Телеграме Регины с отснятым конечным результатом, вы увидите на ресничках белые такие пробелы, ну, как белые реснички, что ли, как будто белесые из-под туши. И я не знаю, так почему, как так получилось у нас, но я нанесла Регине белую базу. Она у меня просто сейчас в рюкзаке, не достала я ее. Я нанесла белую базу, которую я всегда наношу себе. И у меня все идеально. Потом прокрашиваю ресницы, и все всегда идеально. Но в этот раз мы нанесли Регине эту базу, чтобы реснички сделать вот такими. Но когда стали наносить тушь, почему-то мы не прокрасили. Не прокрасили Регину потом. Я говорю, Регин, покрась сама, потому что ну, я боюсь, что я тебе... Вот сильно могу сделать, да, и моргнешь глазом, все у нас пойдет на смарку. Говорю, возьми, попробуй сама прочесать вот свои реснички, чтобы убрать это белое, то есть нам надо закрыть. Но что-то у Регины тоже не вышло. Может, мы устали уже с ней, может, уже не знаю что. Но не обращайте на это особого внимания. Вот к чему я вам веду, хорошо? А так, посмотрите, мы делали такой дневной спокойный макияж. Что вышло, увидите в Телеграме. На сегодня это все. Надеюсь, не заскучали. Пишите, как ваши делишки. Чего у вас новенького, хорошенького. Безу-безу.